Привет, привет, ребята, с вами Талига, и сегодня я вам постараюсь рассказать, как установить на ваш VPS сервер с операционной системой Ubuntu 12.04 64-разрядной системой графическую оболочку XRDP. Собственно, заходим на наш сервер, подключаемся через патч типа SSH, логинимся там и, собственно, вам надо ввести некоторые команды, которые будут в описании. Вот эти все команды, которые вам потребуется ввести. По отдельности, собственно, все вот так вводим. И не помню, в какой из команд, но у вас может вылезти вот такое окошко, где вам надо подтвердить, соглашаетесь ли вы с установкой или нет. Y это да, нормально, пишите, не отступайте ничего, просто Y и Enter. Установка идет дальше. Или N, в этом передумали устанавливать, нажимаете Enter и установка прекращается. Собственно, все, такая простая установка, я вам даже не буду показывать. Всем удачи, всем пока, все команды будут в описании.